В 2015 году в городском округе было введено в эксплуатацию почти 99 тысяч квадратных метров жилья. Из них 83 тысячи приходится на многоквартирные дома и более 15 тысяч на индивидуальное строительство. Еще более 20 многоквартирных домов находятся в стадии строительства. В наступившем году темпы строительства снижать не планируется. Кроме этого, несмотря на то, что Нефтекамск в этом году не попал в список финансирования федеральной программы «Жилье для российской семьи», строительство оставшихся 4 тысяч квадратных метров по данной программе будет завершено. Помимо итогов и планов были рассмотрены вопросы развития города и внесены изменения в правила застройки, межевания и выставления на аукцион земель. В ходе встречи было принято решение о создании в городе техсовета, в состав которого войдут проектные организации и инженерные службы. Основными функциями совета будет решение проблем по подведению к участкам застройки необходимых коммуникаций. Что же касается нехватки земли под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей, то было решено с этим вопросом обратиться в Краснокамский район. Подобные совещания должны помочь выявить и решить проблемы, которые, к сожалению, в нашем городе имеют место быть. Но у вас есть проблемы, скажем, по АМЗЕ, это по программе переселения сельскохозяйственного жилья. Есть вопросы по перспективе, где мы будем строить через 3-4 года. Ну, есть... Я бы сейчас не хотел конкретно эти называть, но вот основные, наверное, проблемы вот эти. Ну и сегодня все-таки при том состоянии экономики, которое есть, наша задача изыскать пути, чтобы максимально решить поставленные задачи и сохранить коллективы строителей.